Приветствую всех пользователей intelbet.ru. Меня зовут Роман Гудсайт. Предлагаю на этот раз поговорить о матче российского чемпионата. Терек дома будет принимать «Зенит». Обстоятельства у игры достаточно хорошие, потому что в Грозном тепло, в Грозном идеального качества поля, и «Зениту» будет играться в охотку, особенно после того, как была одержана пятая победа подряд в Лиге чемпионов. Я присутствовал на матче с «Валенсией», общался после игры с футболистами. Поверьте, они действительно счастливы. Они поймали кураж, и они не зазнались, что очень важно. «Зенит» в хорошей форме, это стоит признать, и «Зениту» нужно сокращать отставание от ЦСКА, который в последнее время буксует как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Так что «Зенит» отправится в Грозный совершенно точно с мыслями о победе. Времени подготовиться у «Зенита» должно быть достаточно. Матч состоится в субботу днем, и «Зенит», который, как правило, в Грозный прилетает в день игры, тут, я думаю, каких-то проблем испытывать не должен. Плюс, еще раз скажу, хорошее поле, которое всегда в Грозном позволяет командам демонстрировать свой футбол. Против «Зенита» будет играть одна из самых неуступчивых команд нашего чемпионата — Терек Рашида Рахимова. Мы помним, как Терек настраивается на лидеров нашего сезона. Совсем недавно был яркий матч против «Спартака» московского. И я думаю, что Терек прекрасно понимает, против такого «Зенита» отыграть на ноль может быть и не удастся. Вспомните, например, игру первого круга между этими командами, когда Терек слишком много ошибок допустил в самом начале, и «Зенит» уверенно наказал соперника. Здесь, я думаю, что Терек будет готовиться играть в футбол. И если мы вспомним матчи предыдущих сезонов, которые проходили в Грозном между Тереком и «Зенитом», там всегда была самая настоящая бойня. Мне кажется, нечто подобное может нас с вами ожидать и на этот раз, поэтому я рискну предположить, что в этой встрече смогут отличиться обе команды. И «Терек» забьет, и «Зенит».